Привет, друзья! Опубликованы уникальные кадры одновременной боевой работы украинского ЗРК «Патриот» американского производства и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» России. Дивизион ЗРК «Патриот» был размещен в районе населенного пункта Пашена-Балка в Днепропетровской области Украины. Стоит отметить, ЗРК «Патриот» был размещен с нарушениями. Комплекс должен был прикрываться другими системами ПВО для работы по малоразмерным целям. Из-за отсутствия прикрытия российский БПЛА «Орлан-М» провел беспрепятственную разведку и навел на цель ракеты. Расчет ЗРК «Патриот» зафиксировал ракеты «Искандер» и произвел пуск двух ракет-перехватчиков. Ракеты «Патриот» пошли на цель, но из-за того, что угол подлета ракет «Искандер-М» цели превысил 80 градусов, РЛС наведения потеряло цель, и наведение ракет-перехватчиков прекратилось. В результате боя ракеты «Искандер» методом воздушного подрыва поразили РЛС, станцию боевого управления и одну пусковую установку ЗРК «Патриот». Степень повреждений не ясна, так как съемка произведена с большого расстояния. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.